Итак, всем привет! Сегодня я нахожусь в гостях российского представительства немецкой органической марки «Доктор Хаушка». И сегодня мы вместе с Мариной и Ларисой расскажем вам про линейку регенерирующих средств по уходу за кожей от марки «Доктор Хаушка». Итак, оставайтесь, пожалуйста, со мной, впереди еще много интересного. Марина, здравствуйте! Здравствуйте! Сегодня мы с вами поговорим о регенерирующей линейке по уходу за кожей от марки «Доктор Хаушка». Марин, подскажите, пожалуйста, чем данная регенерирующая линейка отличается от аналогичных других косметических марок? Косметическая марка «Доктор Хаушка» выгодным образом отличается тем, что она не оказывает заместительной терапии. Здесь все основные ингредиенты, которые стимулируют выработку собственных коллагеновых и эластиновых волокон. В связи с этим в косметической марке присутствуют фитоэстрогены. Это гормоноподобные вещества, которые стимулируют нашу собственную кожу вырабатывать такие важные для нашей кожи белки, как коллаген и эластин, которые являются каркасом, основой и плотностью нашей кожи. Если говорить об основных компонентах, которые входят в состав именно регенерирующей линейки, это у нас что? Основными компонентами регенерирующей серии марки «Доктор Хаушка» являются экстракты из цветков красного и луговых клевера и мед из цветков красного и лугового клевера. Также являются экстракты каланхоя, которые обладают мощным регенерирующим действием выработки новых клеток, их стимул обновления, и влагосберегающий компонент, такой как экстракт из корней алтея. Также, конечно, высококачественные масла, такие как масло жожоба, масло макадами, канделийские, карнаубские воски, которые оказывают уплотняющее действие, поддерживают тургор нашей кожи и формируют овал лица. Данная линейка состоит из скольки продуктов? Данная линейка у нас входит в 6 косметических средств. Угу. И я знаю, что одно из средств является новинкой. Да, это у нас? Да, совершенно верно. Одной из новинок, последних, является регенерирующий крем для рук. Поскольку основным, показателем нашего возраста является, конечно же, лицо, зона шеи и декольте, но немаловажной частью это являются руки, которые у нас чаще всего подвержены под воздействие агрессивной окружающей среды. Мы убираемся, мы что-то делаем, в домашнем обиходе, печатаем, набираем на компьютере, и наши руки тоже могут выдавать наш возраст. Чтобы этот момент сгладить, нивелировать, подчеркнуть красоту и наших рук и сохранить ее как можно дольше, появился в тех же самых ингредиентах, которые стимулируют выработку собственного коллагена и эластина, с ценнейшими маслами, высококачественными, дорогостоящими, новый регенерирующий крем для рук, который очень удобно в использовании, пластиковая туба с помпой-дозатором, который очень быстро впитывается, хорошо дополнительно увлажняет руки, и мы можем его использовать в течение дня несколько раз по мере потребности. Марина, спасибо вам большое за то, что ответили на мои вопросы. Спешу уточнить, что данный крем для рук уже доступен в продаже, да? Он есть в нескольких объемах. Это пробник миниатюра, мини-продукт, 5 мл, это 30 мл и 50. Угу. Хорошо, спасибо большое. Итак, Ларис, сегодня вы нам покажете, как ухаживать за зрелой кожей лица на специальной линейке от марки «Доктор Хаушка», восстанавливающей, которая применяется еще раз. Какого возраста рекомендуете применять данные средства? Регенерирующую линейку марки «Доктор Хаушка» я рекомендую применять 40+. Но это не значит, что если вам исполнилось 40 лет, вы сразу должны бежать и покупать всю серию. Нет, в зависимости также от состояния кожи. В 40 лет она еще у вас тоже может быть нормальная, поэтому можно на эту линейку просто плавно переходить, например, начиная с крема для кожи вокруг глаз. Линейка у нас состоит из скольки продуктов на данный момент? На данный момент у нас линейка состоит из 6 продуктов. Это регенерирующая сыворотка, регенерирующий крем для кожи вокруг глаз, регенерирующий крем для лица, для области шеи декольте, а также лосьон для тела и новинка крем для рук. Итак, наш регенерирующий уход за лицом с чего начинается? Естественно, весь уход начинается, мы не разделяем базисный и регенерирующий уход, поэтому начинается с очищения, с очищающего крема. Сейчас я заострять внимание на нем не буду, вы все знаете, как его наносить. Далее, после очищающего крема мы наносим тоник. Мы берем тоник после очищения
и наносим его на лицо. 4-5 кликов. Над лицом, то есть, чтобы... Ну, для себя вы наносите на лицо, сейчас мне удобнее носить, естественно, сверху. Можно чуть подприжать, чтобы он весь вошел в кожу. И далее сразу нанести регенерирующую сыворотку. Пока тоник еще не высыпал. Пока тоник еще не впитался. Почему? Потому что, во-первых, ее нужно будет меньше наносить. И, во-вторых, она очень хорошо впитывается вместе с тоником. Достаточно одного клика. Также наносите на область вокруг глаз, на шею. И, если останется у вас, на декольте. Далее, когда сыворотка у вас впиталась, она вместе с тоником моментально впитывается, мы наносим, следующий этап у нас, крем для кожи вокруг глаз. Я хочу заакцентировать ваше внимание, то, что тюбик маленький, 15 мл, но его хватает очень надолго, и мы наносим буквально вот совсем-совсем такое вот зернышко. Да. Между пальчиками мы его разносим. Кожу мы не растягиваем. И поэтому такими перекатными движениями мы наносим наверху и снизу. Обратите внимание, что сверху и что снизу мы наносим от середины к периферии такими движениями. Следующий этап нанесения мы наносим крем для лица. Также его берем немного, разносим между пальчиками. И такими движениями также от середины периферии, да? По лимфотоку наносим легким движением руки. Лариса, подскажите, пожалуйста, этот крем у нас универсальный, то есть он получается и дневной, и ночной, да? Мы наносим? У нас все жирные крема наносятся только утром. Для вечера можно оставить этап. Сыворотка. Это очищение, мы говорим. Да, тоник и сыворотка. Про вечерний уход. Да, да. На этом этапе у нас на сыворотке заканчивается вечерний уход. То есть обращаем внимание, что если мы говорим про вечерний уход за возрастной кожей, то мы используем только тоник, да, и сыворотку, а данный крем мы используем именно для ухода за кожей в утреннее, в дневное время суток. И крем для кожи вокруг глаз, это тоже касается только утренний уход. Теперь я вам хочу показать, как наносить регенерирующий крем на область декольте. Здесь немножко наносится он по-другому. И посмотрите внимательно, как его наносить правильно. Заостряю внимание, что это специальный крем именно для зоны шеи и зоны декольте. В Доктор Хаушка есть отдельный крем для этой зоны, что является замечательным аспектом, потому что кожа в этой зоне значительно более тонкая, да, она раньше подвержена старению, и специальный крем, который позволяет ухаживать именно за этой зоной, это большая редкость даже среди профессиональных марок по уходу за кожей. Можно поэкспериментировать, если вы нанесете на лицо, он будет скатываться катушками. Даже такой факт, да. Итак, мы наносим также его на руки, и я сначала покажу, потом нанесу. На зону шеи мы наносим сверху вниз, на область декольте снизу вверх. Так течет лимфоток и заодно подтягиваем грудные мышцы. Итак, на зону шеи мы наносим от подбородка вниз. А на зону декольте мы наносим снизу вверх. Вам будет удобнее наносить правой рукой левую часть и левой рукой правую. Все, эта область у нас у кожи. Итак, у нас с вами, Лариса, осталось два крема, да, из регенерирующей линейки. Это крем для тела, восстанавливающий, регенерирующий, и это крем для рук. Да. И сейчас я покажу, как правильно надо наносить лосьон для тела. Мы выдавливаем, ну, я покажу на одной руке, поэтому не так много. Все крема и все лосьоны, все бальзамы для тела также надо наносить по лимфотоку. Это сверху вниз. Мне удобнее это делать так. А вы можете делать, как вам удобнее. Сверху вниз.
также наш новый крем для рук. Мы ухаживаем за руками. Этот крем появился совсем недавно, да? Это буквально, новинка, да, только 2 месяца он только вышел. А здесь руки мы наоборот наносим к низу. Сверху, от кисти вниз. Он очень питательный, очень хорошо заживляющий все трещинки. Как раз для нашей склоны боли сухой кожи в возрастном таком уходе нашем. Итак, я, конечно, не смогла не попробовать эту новинку от марки Доктор Хаушка. Это регенерирующий крем для рук. Пахнет он потрясающе, очень приятно, нейтрально, травками. И также очень приятная консистенция. Он не жирный, но вы сразу понимаете, что количество питательных восстанавливающих элементов в нем очень-очень высокое. Он же ухаживает не только за руками, да, но и за ногтями, наверное, тоже он восстанавливает. Конечно, обязательно. Он ухаживает и за ногтем, за кутикулами, чтобы она, кутикула, чтобы у нас не трескалась, не сохла. И особенно бывает, у кого плохие привычки грызть ногти или как раз кутикулу, он очень хорошо в этих местах будет заживлять. И я рекомендую его, естественно, на зиму, на зимний, на холодный период. Итак, в преддверии Нового года я совместно с российским представительством марки Доктор Хаушка устраиваю розыгрыш, в котором будет разыгрываться вот эта вот новинка от марки Доктор Хаушка, регенерирующий крем для рук. Для того, чтобы принять участие, вы должны поставить лайк под данным видео и в комментарии написать, за что вы любите марку Доктор Хаушка. Мы выберем лучший комментарий 20 декабря, и победительница получит вот этот вот полноразмерный продукт регенерирующего крема для рук от марки Доктор Хаушка. Итак, ставьте лайки, пожалуйста, пишите комментарии и участвуйте в нашем новогоднем розыгрыше от марки Доктор Хаушка Россия. Итак, спасибо большое, что оставались со мной. Если вам понравилось данное видео, ставьте, пожалуйста, пальчики вверх, оставляйте комментарии внизу, задавайте вопросы мне и Ларисе. Мы с удовольствием на всех на них ответим. И до скорых встреч на моем канале. Пока-пока-пока.